Здравствуйте, вы на канале Семечка ТВ. И сегодня я расскажу, что надо, чтобы завести хомяка. Во-первых, надо выбрать вид хомяка. Во-вторых, купить клетку перед заведением хомяков. Хомяк просто будет ждать, сидеть в переноске, пока вы ему докупите все и соберете. Во-вторых, надо купить корм. В-третьих, поилка. В-четвертых, наполнитель. Клетка должна быть большая, просторная для хомяка. И еще, соберите клетку перед появлением хомяка в доме. Потом вы можете просто завести своего маленького любимца и не бояться, что он будет мучиться, сидя в переноске. Поилка для джунгасрика и остальных видов хомяков должна быть 100 мл, а для сирийских 200 мл. Поилка должна не течь. Если поилка будет течь, то хомяк может простыть от влаги в клетке. Корм должен быть по виду хомяка или какой он любит. Покупайте сначала все корма, несколько кормов в маленьких упаковках. И если хомяк их мало ест, значит они ему не нравятся. А потом, когда выясните, какой корм нравится вашему хомячку, покупайте в больших упаковках. И проще сделать так. Спросить в зоомагазине про покупки хомяка, каким кормом они кормят его. И вот этот корм купить, чтобы кормить хомяка. Клетка для джунгарика должна быть в 3 этажа, а для сирийского хомячка в 4 или в 5 этажей. Тогда хомякам будет просторная клетка. И еще купите кормушки, можно керамические, если вы планируете их поставить на дно клетки. Хомяк будет переворачивать пластмассовые кормушки. А если вы планируете поставить их на какой-нибудь этаж, то вы можете купить и пластмассовую. Ничего страшного не будет. Пластмассовые кормушки бывают нескольких видов. В виде зонтика и остальных. В виде зонтика, в виде столика какого-нибудь или просто в виде обычной кормушки. Кормушка не должна быть очень широкой. Широкие кормушки ставятся тогда, когда хомяков много. Если вы планируете завести больше 3 хомяков, то вам нужна уже кормушка большая. А если вы планируете 1 или 2 или 3 хомячка, то сойдет несколько маленьких. Кормушки должны быть отдельные для сочной еды. Это овощи и фрукты. Цитрусовые хомякам давать нельзя. Отдельное для семян или для корма для хомяков. Еще можно выращивать овес. Овес любят хомячки. Им можно давать с корнями, не обязательно убирать землю. Еще хомячки любят пророщенные зерна овса. А длинные зерна овса уже можно давать им просто отрывая. И будет расти новый. И последнее. Клетка для хомяка должна быть не больше 40 сантиметров в длину и в ширину тоже. В высоту она может быть не больше метра. Всем пока-пока!